Охрел, пацаны, смотрите. Я фейк-тропы. Да блин, камню! Я думаю, сейчас обману. Ты прикинь? Ах ты вон, сука! Друзья, всем огромный привет, с вами Каша, Даля, Кофи и добро пожаловать на новое видео. Да, вы все правильно поняли, мы продолжаем играть в мега угарный режим PropHunt в CS2. И наши сегодняшние предки будут проходить на карте The Dust 2. Я уверен на 1000%, что каждый из нас знает буквально каждый уголок на этой карте. Но правда ли это так? Я думаю, что мы сегодня все вместе пройдем огромный тест на внимательность. Так или иначе, нас с вами сегодня ожидает настоящий тест на внимательность. Серия получилась очень смешной, так что обязательно досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заранее нажать кнопку лайка и подписаться на канал. А также на мою телегу и на второй лайв-канал. Ну что ж, если все готовы, то давайте начинать. Погнали! Ну что ж, дамы и господа, главный поисковик, главный сыщик вышел на свободу. Ну я в другом смысле имел в виду, ну понятно, что все. Так, значит, смотрите, мы играем только на, мы играем только мид, получается, да, и сейчас... А на респе твоей можно прятаться? А ты что, на респе спрятался? Да, так, ты вот меня уже раза два прошел. Вот этого не верю. По-моему, здесь... Сюда громко. Нет, это нормально. Блин, я вот, честно говоря, я вот хоть и помню... Олег, а я не на А и на миду. А подожди, на Б, что ли, или где-то, а? Да, да, да. Опа! Ну, кстати, прямо, ну, очевидно, прямо очевидно в глаза не бросалось, реально скажу, прямо очевидно. Олег, отстань, отстань, давай я покажу, где находится... Не-не-не, не пали, да, я сам, не пали, просто не пали. Ты меня еще не убил. Просто не пали. А фризиться, Олег, так же нельзя, да? Да, фризиться так же нельзя. Парни, вот он, вот он, вот он! Да че ты бегаешь, иди сюда! Еще одно слово, и у меня дома ремонт начнется. Опа, свисток, слышали, а? Да. А, еще у кого-то ремонт идет, слышали тоже, да? Да. На самом деле тоже у пропов дрель, пацаны, это просто звук дополнит. Да, все правильно. Да мы долго бегаем. Подожди, а как звук издать? Никак, он сам раздает. Да почему тебя обмануть-то нельзя? Да блин, камню! Я думаю, сейчас обману. Смотри со мной у тебя. У тебя шина взлетела. Ты когда взлетела, просто полетела даже. Так, ну че, парни? Ну как, сами выйти или искать надо? Мы ни разу их не пробегали. Я на миду. Ой. Я не скажу, где я. Я, если честно говоря, не верю то, что ты сейчас сказал, что мы ни разу их не пробегали. Как будто это вообще фигня полнейшая. То, что ты сказал. Скоро поменяется проб, к слову говоря, Андрей. Кстати, да. Пропы меняются каждые 4. Нифига, Паша, ты гений. Каждые 4 минуты. Олег, поверь, ты не найдешь. Сколько бы у тебя не было часов, ты их не найдешь. Уверен, да, на 100%? Это невозможно. Через 5 секунд поменяется проб. Держи, спасибо. У Андрея во рту просто чего-то. Нормально он. Да Паша даже так гениально стоит. Мы здесь ничего не проверяли. Здесь тоже ничего. А ну где ты встал? Здесь. На Б тип, да, или что? Подожди. Не, Олег, иди на пески. Олег, иди на пески. Да подожди, стой. Не, пожалуйста, иди. Должен заметить, да, на песке. Да, писки, иди. Паш, я правильно понимаю, что ты стул, да, или что? Ну-ка, слезь оттуда! Я вот где-то здесь, на пиксель! Давай, давай. Да иди ты на пески, у меня свой контент тут. Да иду, я Пашу искал! Иду, где? Да, Титаник. Титаник? Титаник, да. Иду, Титаник. А что, Андрей, там что-то прям вау? Там что-то прям... Ну ты, Андрей, не найдешь здесь, поверь. Наверняка вы слышали про MyCSGO. Здесь вы сможете открыть абсолютно любой кейс на свой вкус и цвет. Помимо огромного ассортимента кейсов, здесь вы сможете найти все наши самые любимые режимы, такие как апгрейд, контракт, сражение и не только. Каждые 24 часа можно крутить колесо бонусов совершенно бесплатно. Лево на этом не заканчивается, ведь по моему промокоду КОФ вы получаете плюс 30% к пополнению баланса. Постоянное обновление, надежность и прозрачность. Именно это объединяет в себе MyCSGO. Вся полезная информация находится в описании, а мы возвращаемся к видосу. Нет, поверь, вот это невозможно это понять. Это просто охуенно. Так, я хотел бы быть с тобой на Титанике, да, но я где? Так, именно... Нет, не именно на Титанике. Вот в этой зоне всей. Да. Ёлки-палки, ну хорошо. Так, сейчас... А он реально, он не заметит, ты думаешь? Мне кажется, нет. Но пока глаза не... Он через 30 секунд только, если что-то... Опа! Через 30 секунд, значит, где-то рядом. Значит, где-то близко. Олег, так, там... Но сразу спрошу, это... Нет, сразу спрошу. Ну, подойди к такси. Ну, за текстуры не улетал, да? Да какие текстуры? Алло. Нет, я улетал, но мне там так хорошо из-за них видно, Олег. Очень хорошо, поверь мне. Подожди. Идет к такси, смотри. Да, реально, идет там снизу смотреть. Да у меня подвески проверю. Не может быть. А он вот
эта штука это такси, не видишь, такси, такси. Мячик вот это не проб. О, проб не сменился. Да, кстати, да. Блин. Блин. Он не видит просто в упор. Ну, это, ну с вами. Да. Не, я, да, может, да, реально сейчас туплю. Ну, назад, иди, вон велосипед стоит сзади. Как тут не хватает, вот знаешь, вот чтобы, это? Нельзя, да, чтобы я со стороны летал, условно. Где ты врешь-то, а? Врунишка, блин. Артем, я могу покрутиться? Да спокойно, он не заметит даже. Там потяни, видно. Нет, он дебил? Просто... Ты приколист, Олег? Нет, Олег, ты... не, ну это а понятно, ты... так что вы, а ты конечно... в очках, Олег, ты в очках, честно? Да, в очках. Олег, интересно. Назад, смотри, Олег, надо посмотри. Олег, пора менять очки. Нет, я вот думаю, смотри, ну... подожди, смотри на выход Б, на выход Б, смотри. Ничего, ну не замечаешь. Чего? Пальма? Да. А да? Как я должен был, вы что, издеваетесь? Да как это вообще даже... пальма криво стоит? Как слышишь, идеально она стояла там. Ты прикалываетесь вообще. Я вот каждый раз, когда на Б бегу, мимо вот этой зоны проверяю, и прям каждый раз думаешь, а где же пальма, да? Вот прям каждый раз думаю об этом. Так, ну что, парни, следующий раунд Андрюха ищет. Это лапа конкретная. Давайте, смотри, Андрей, мы в прошлом раунде прятались только мид. Давайте будем прятать. Ема. Ну только как будто, вот да, вот так вот. Это нереально, Паша. Андрей, ты Паша не когда без подсказок не найдешь, просто... Во, а я вот так стою. Я тоже хочу быть таким предметом. Ты тоже рядом спрятайся, конечно, нет, не найду. Так, подожди. А я вот что-то, я что-то момент понять не могу, а с каких пор мы вообще на клип можем использовать. Я что-то в этот момент пропустил как-то. Нормально, нормально. Если он включен, значит можно. Вот да, вот здесь вот. Во! Я чисто, чтобы расположиться адекватно, и все. Андрей, давай так, я сразу дам подсказку, можешь вообще не бегать по плантам, просто иди на мид. Просто вот чек и мид, и все. Андрюх, привет, нифига тебе. Так видно хорошо. Блин, нифига, Бранжем, ты чё, из дверей выбежал, да, Андрюха? Ты чё? Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, Андрюха? Ты чё? Ты чё? Реально думаешь, что кого-то можно режет, найти? Жестко. Вот это я блин, просто уже в курсе, что на четвертой минуте нам нужно будет что-то придумать. Ну вот да, кстати. Там будут проблемки небольшие уже начинаться. Олег, ну хватит вертеться, палишься. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Я тоже хочу повертеться, но я не могу, понимаешь, просто. Ты прикинь? Это что сейчас было еще? Часть про. Андрей, ну ты пройдешь лимит или нет? Я не понимаю, скажи, пожалуйста. Я на миду. Ну, молодец, хорошо. Так а в чем проблема, я не понимаю. Тут нет никого. Это просто пиздец. Ладно, смотри на меня, фристайл, рагом. Да ты дурак, ты вот это... Это просто пиздос, я не знаю, как еще сказать. Просто я тоже ужас. Не понимаю вообще, я просто не пойму, а как? Как? Все туда, но не туда, ну понимаешь, ну вот так вот. Андрей, ну давай, пора Андрей, уже, реально. Андрей, хочешь подсказку жесткую? Ну, рядом со мной знаю, кто-то где. Был. Через 30 Андрей, секунд будет жесткая прям подсказка. Прям жесткую подсказку 30 тебе секунд. Дали. Через 30 секунд нам что-то надо делать с Пашей, походу, реально. Андрей, а ты какой план больше любишь, А или Б, скажи, пожалуйста. Да, честно только. Б, я ну, понял. Это неправильно. Это неправильно, да. Тебе нравится А. Это как выбери один и два. Артем, здесь нет никого. Андрей, ты уверен, что тебе Аплэнд не нравится, Андрей? Ты уверен, что тебе Аплэнд не нравится? Скажи, пожалуйста. 5, 4, 3. Где они? О, что за хуй? Понял. Еще так, там пиздобол, никого не было. А как мне теперь, ну... Не, я, конечно, все понимаю прекрасно. Я. Ну наконец-то! Здесь никого не было! Наконец-то! Андрей, что ты понимал? Паша все это время висел под табличкой Б. Понимаешь, все это время висел под табличкой Б. Вот здесь. Я в нее стрелял. Ну тогда, ну, видимо, как-то промахнулся. Он здесь! У него была табличка Plant A, и он всю игру просто был позади тебя. Так я вообще не понимаю, как это. Ну раз уж мы Б ни разу не играли, то давайте попробуем поиграть. Я вот так беспалевно, если стану нормально. А, ну нифига себе ты решил ставить. Погоди, а тут нет как на Vertigo у нас было, типа, нычек каких-нибудь, не? Или что-то типа... Ну нет, а я как стал вообще норм? Походу да, походу нет. Блин, так пать. Не, на Б просто тоже нужно понимать, на Б легко прятать, ну то есть легко найти. Это Б, это очень маленький Plant прям, который... Не, Олег, тебе вот слева встань. Где? Вот левее, вот в угол. Ну я понял, типа вот так вот? Да не, ну может так. Вообще? Вот ну, так? Ну это нечестно как будто бы. А то, что в прошлом раунде. Ну не, ну мы тогда рофлили. А если вот так вот встать просто? Олег, ты посмотри за время, просто, где время, я стою Олег, и все. За время. Давай я вот так встану, давай я вот так встану просто все по угару. Просто чисто по угару. Ну что, Андрюха, мы... Идиот. Он не свистит им. А как свистеть? Понял, спасибо. А как свистеть? Мы играли. Никак. А кто корзиночка? Какая корзиночка? Я. Я копилочка. Корзиночка, даю шанс уйти. Не поворачивай. Корзиночка, это Олег, я понял, сразу бежит как. А чё сразу-то? Олег, я же зарежу.
Зарезать? Ну давай, не, режь, давай, 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 конечно. Побежала, смотри, побежала. Давай, давай, пошли, пошли. Я не сижу, я режу, предупреждаю. Давай, 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 давай. Да, Олег, на дасте, ты не скроешься, эту карту я на ней вырос, блядь. Еще скайс 1.6. Давай, давай, хорошо, посмотрим. Ну да. Давай, слабо запрыгнуть или шорт воспользоваться фичей? Ага, могу, 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 могу. Ну ты хватит, ну можешь преследовать меня или че, я не пойму, а? Да мне похуй, что за мной Артем там бежит, вообще похуй. Да он не бегает вроде за тобой. Бежит он за мной. Да вроде нет. Олег, ты не скроешься. Если ты через 50 секунд чётенько скроешься, то он тебя не найдет. Я вас заставил, блядь. Он знает! Смотри, он знает! Вот сюда, вот сюда, вот он знает! Ах ты, он, сука! Бля! 20 секунд проб меняется! Да, это понятно! Убиваю, 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 убиваю. Давай, 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 давай. Да иди нахуй, блядь! А нет, 5 секунд, 5 секунд! А ну-ка, подожди, мне прям интересно, погоди. Шорт скройся, пожалуйста, умоляю. Посмотри, посмотри. Ёх, не тушите! Какой следующий? А, у меня не свапнулся! Бляха! Почему-то... Все, убили. А почему он у меня не свапнулся? Он типа свапнулся, но у тебя по-другому. Ебаная корзинка, я найду его, вонючая ебаная корзинка. Ну давай, посмотрим. Стой тут, стой тут, стой тут. Он в жизни не найдется. Он ходит там на, бьет все корзинки. Ну, Андрей, я еще на Б стою, жду тебя. Я не верю, я корзинки проверяю. Ну давай, проверяй, проверяй. Так, свап предметов был. Свап предметов был, алло. Я, ты все... сказал, что не поменялся. Нет, он поменялся у меня. Свап предметов же был, я же тебе говорю. Я тупой, бро. Ты ж вырос на Дасте, Андрей. Ты ж вырос на Дасте. Я на Дасте вырос. Андрей, ты ж вырос на Дасте. В чем проблема-то заключается? Безумие. Андрей, ну в чем проблема заключена? А что-то... Ну у меня предмет не поменялся, у меня картиночка темнее стала, просто оно вытянуло. А зачем ты врешь тогда? Не врел, не врел. Не врю. Ну вот, огнетушитель стоит же. Огнетушитель оставил. Ладно, ебашь, Олега, и все закончим. Давай, давай, давай. А сможешь вообще или что? А получится, о, ремонт. А так не сможешь ведь. Блядь! Он чуть не сдох, он до двух литров. А куда? Куда, алё? Нормально, нормально, это бустер, П-бустер. Олег, если я могу зарезать любую секунду, просто как только захочу. Ну да, так давай, ну вот, я хочу, сейчас давай, прям, сейчас, да, сейчас можешь зарезать? Вот прям сейчас. Сейчас надо догнать сначала. Ну так сказал, в любую секунду. Ну дуган получается, вентилятор? На спидах, на спидах. Вентилятор или что, Андрей? Сейчас посмотрим, у кого быстрее дыхалочка закончится. Это весишь, ты реально весишь. Не у сыночки. Сколько хп у него? У него 998. А, ну так не получится, я думал разбиваться просто по ГД вот так вот. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ну нет, чё за бред, ну, запрыгнула корзиночка эта, блин, а? Ох, ехал, пацаны, смотрите. Я фейк-пропы ещё сделал. Посмотри, чё у меня есть, пацаны, видите? Да. Это, а куда это мне... Это пиздец. Я знаю, куда встать, погнали просто, за мной, погнали не, за мной, за мной. Давайте я вот так встану. Нормально стоит, не? Я не, могу далее. Просто взять давай. Вот так вот бамс. А так, подожди, фейк-пропы были включены до этого? Чё нет, за фигня? Как они? Выключены были. Не, ладно, оставляй, оставляй включенным, это имба. Ну, Артём, ищи. Я пошёл в другую сторону. Не-не-не, Паш, стой, подожди, стой. А вы на всей мапе, да, прям? Я в ахуе. Посмотри, где Паша стоит. Паша, стань прям посередине понта. Вот пропов стало реально много. Я думал, они включены уже были до этого. Оказывается, нет, ну ладно. Ты на Б придешь сегодня или нет? Так я ищу, ты Миража идешь или что, я не понимаю? Ага. 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 А, подожди. А, блин, вон помойка, подожди. Во-во-во-во! Ну что, дурачки? Ты что, прикалываешься? В смысле? Что вы встали? Да, это же логично. Что логично? Там три прохода таких, что логичного? Так где? Ты посередине вот здесь вот стоишь, вы не так встали. А, и ты мимо меня пройти не мог? Идиот, да. Подожди, а Пашу-то типа не видишь, да? А Пашу, ну, мусорка вон там вот. Нет. Он убежал. Ты меня все равно не найдешь. Ты вообще прикалываешься или что? Ну тебя ничего не смущает вообще? Вообще нет. Ну ты вообще, да, вот то, ну вот это пальма, это нормально. Ой, короче, понятно, все, приколист, блин, а. Так, ну что, на этот раз были включены. О, ну тут прям нифига себе пропов добавили, да. О, тут дурак. Прям есть много таких интересных моментиков. Дурак. Так, а что, а какой поинт вообще проверять-то, скажите, пожалуйста? Мы а? На Б стоим. На Б. Да, ну да. Нифига себе тут. Моня, две пальмы. Моня. Ты решил побегать, да? Ты решил побегать. Куда полетел? Куда? Кто улетал? Кто летит? Ну я же видел. Я не летал. Я же видел, что мусорка улетела. Что мы за пропы, то делаем вот так. Ну тут нифига себе пропов добавили. Парни, парни, нормально, ищи.
Он никогда не такой не в жизни. А как ты здесь оказался? Как, телепорт? Телепортировался? Как? Так, нечестно. А то ждает от этой ноги, блин, это честно, а? Это честно? Мусорное ты ведро такое, а? Вонит. Вы долбоёбы куда вы? Давай, давай, давай. Опасность, опасность. Побегаем, 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 побегаем. Немного. Эй, что ты мне сделаешь, пока? Ничего, 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 ничего. Не, ну реально прячься нормально, Андрей, тебе шанс дал, прячься. Ну, и что это такое? Я трижды тебя. Какой трижды? Давай, давай, делаем, 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 делаем. Где трижды-то? Что за фред? Я не понимаю, где вы? Че, все, нормально, вот так. Побежали, подожди, побежали. Я на Б. Стой, да. Я говню. Мы тебе такое показали. А чего? Нормально в бок превратились. Слушай, Андрей кто? Андрей кто? Андрюша. Смотри, Андрей это стендов. Ой, он в клетке. Олег, выпусти его, пожалуйста, выпусти. Какой клетке? Тут одна. Вон в той. Чего? Вот в этой клетке. О боже. О боже, просто ёбните по голове. Тут нету его. Пулькая лесенка. Да я там. Нету его там. Не, ну это не. Не-не-не-не-не, ну вы. Он прям. Он здесь! Да. Ну да. Ну в этой локации, да, рядом. Ой. О боже, Олег, ебень. Не, погоди. Пальму увидел, решил зарезать пальму, понял. Ну где он? Вы можете сказать? А, ну уже холодно. То есть вот там было тепло. Ну, Олег, через секунду знаешь, не переживай. Блять, а чё за наводка была? 4 вот, рубежа, вот такая я, вот, вот такая вот была, да. Ну, план я вас понял, парни. Должен заработать, по идее, идеально. Ну, Андрей, смотри, мы ещё на Б, можешь прям смело залетать. Ну, то есть... Олег, ты палишь чутка нас вот вон туда, пройди, да. Нормально, нормально. Ты думаешь, это я палю нас чутка, серьезно? Да я палю нас чутка, да. Я знаю, пацаны, где надо спрятаться. Где? Понял. Это идеально. Д, пацаны, стоп, на 100% не оштрафуют. Да, блин, тут очень много. Не, вот это прям идеальная нычка. У меня в 100%. Не, фейк проб очень много. Подсказка очень хорошая была. Андрей, так на Б ж говори, беги сразу. Б, Б плент. Мне нужен только Б плент, и все. Просто Б, Андрей, просто Б, и все. Молоты вы свои кидаю, да? А зачем ты это делаешь, скажи, пожалуйста. Реально ужас. Зачем ты это делаешь, объясни, пожалуйста. Я же найду, вычислю, Олег. Да что ты говоришь? Зачем тебе, ну надо, уверен на 100%? А вот эта пирамидка точно так должна стоять? Но ты же включал фейк пропы. Это вполне вероятно может быть фейк пропом, и все. Ну давай проверим, Олег. Ну проверяй, не, проверяй. Так проверяй, давай. Кинь просто молик или там хаешку. А что он делает? Я не знаю. Не знаю. Странно. Ладно, кажется, так не должно было быть. Но почему-то не умер. Так, а вот мы это... на Б. Мы на Б, Андрей. Алло. Я еще раз на Б. Что-то пока непонятно, не видно. Мы предметы домашнего обихода. Пока не похоже, пока непонятно. В беседке стоим. Особенно я. Особенно ты, кстати. Горис. А, в смысле, огнетушитель в машине, алло. Чё? Ну так это нормально. В смысле, нормально так не должно быть. Он-то был всю дорогу. Так ты искать будешь или нет, я не понимаю. Вот, я режу звук, блядь, к крови. Ну не знаю, может это фейк-пробы просто такие. Ой, блин, бля, он тень вообще не понимает. А тень, кстати, сейчас нормально была. Блять, вообще-то, по-моему, это пальма. По-моему, надо... Не, тебе Андрей, а кинь гранату туда, слышишь, Андрей? 10, 9, не, Андрей, а кинь гранату туда, Андрей. 7, а мы же сейчас... Или стой, подожди, дай 5 секунд, дай 5 секунд, подожди. 3, 2, блять, почему поменялся только я? Пальмы на стоп! Ну как только ты? Не только ты. Олег, 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 в угол, иди в угол. Да, да, да. Я сука, сожгу, блядь, сейчас. Вы меня сами забегаете, блядь, как. Олег, на Г нажми. Ты подожди. Как чурак, блядь. Реально, Олег, на Г нажми. Да где они? Они же где-то здесь. Андрей, ну ты видишь, что никто не сгорает, но ты можешь догадаться, Андрей, что значит не то. Не в этой стороне. Подожди, вы же видите, что я поджигаю? Да. Ну мы слышим. Только слышим. Мы слышим ты, это. Ты, нет, Паша сказал, побежал. Знал бы ты, как это со стороны выглядит, значит, он это видит. Сука. Да где-то здесь, тварь ебаная. Проверь еще мид, проверь еще мид. Да не может такого быть, что он не... Пиздец, я просто в ахуе. Да не может такого быть. Андрей, ты вообще не вейкап, что ли? Ну ты не видишь то, что молотовы не твои на земле валяются. А чьи? Ебать, дух, полтергейст пришел кид... Он увидел бутылку Молотова, кинул Молотов в Молотов. Опа! Бом-бом просто. Где? Ты сейчас типа ничего не услышал, да? Ну, думаю, вот Дигл стрелял. Сдохни. Нет! Хорошо, один найден. Остался последний,
Где же Олег? Он же должен быть где-то здесь, я чувствую это. Андрей, он так же добра, Андрей. Да не может такого быть, я все сжег. Вот свистел только что, свистел! Он сзади тебя, стул возле Тёмки, чего? Ты вообще нормальный? Ты на чьей стороне? Я на своей. За Олегом огонь бежит чисто. Да ладно, блядь, серьезно? Ты не сгорел! Пиздоболок кусок. Так нет, он в углу стоял. Вот мода нет, если что. Алло, нету. Да ладно, серьезно? Пиздобольская рожа твоя, блядь. Ой-ой-ой, стул с Молотовым. Два хп! У него Андрей! Два хп! Гори, нет! Там было слишком много огня! Стул расплавился. Ну что ж, друзья, именно так и прошли сегодняшние прятки на карте Dead Us 2. Я надеюсь, вам они понравились. Вы поставили лайк и подписались на канал. Если хотели бы увидеть еще такие же прятки в Prop Hunt и на других картах, то обязательно пишите про это в комментариях и ставьте лайки. На этом сегодня все. Огромное спасибо за все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока!